Вітаю вас! З вами я, Лілія Олійник. Лілія Олійник – успішна бізнесвумен, засновниця Центру розвитку і дозвілля сім'ї «I Live Center» та школи досконалості «Лілія Олійник», керівник громадської організації «Живу в гармонії». Незважаючи на шалений ритм бізнесового життя, на першому місці для неї – родина. Лілія – досвідчена мама 4 дітей, 3 синів та доньки. Має 3 вищих освіти – юридичну, міжнародний менеджмент і педагогічну. Та є автором методик з виховання дітей та здорового способу життя. Досвід Лілії, відверті зізнання зірок та поради кращих експертів допоможуть вам будувати щасливу та гармонійну родину. Досі не вирішили, потрібно чи ні народжувати з чоловіком? Досвідчена мама Лілія Олійник та зіркові батьки Тимур Мазур з дружиною Світланою розберуть 3 найпоширеніші страхи наслідків партнерських пологів та допоможуть вам зрозуміти, чи готовий ваш чоловік до такого важливого кроку. Партнерські пологи стають все більш популярнішими як за кордоном, так і в Україні. Все частіше подружжя вирішує народжувати разом. Проте, чи призводить це до негативних наслідків, та чи варто брати чоловіка з собою на пологи, дізнаємося просто зараз. Отже, тема нашої розмови – 3 найпоширеніших страхи наслідків партнерських пологів. Сьогодні до мене в гості завітала подружня пара – спортсмен, власник мережі фітнес-залів Тимур Джим, Тимур Мазур з чарівною дружиною Світланою. Тимур Мазур – спортсмен з 31-річним досвідом, рекордсмен України з найбільшим обхватом шиї та власник лінії фітнес-клубів Тимур Джим. Разом з дружиною Світланою виховує 10-річного синочка Влада та 6-річну доньку Дарину. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Спасибо тобі, Лілічка, що ти нас пригласила. Така тема дуже цікава. А як ви познайомились? Ми познайомились, це був 2000 год, правильно? Це була осінь, це було виступлення там якоїсь певиці, яка українська певиця пела. Ти пам'ятаєш? Таїсія Павалій. Таїсія Павалій пела, так. Угу. Да. Це був Кам'янець-Подільський. Красота, погода, золотая осень. День города. День города. Много людей, и мне захотелось, это пела Таиса Павали, и мне захотелось пригласить девушку красивую. И я вот так вот раз, самую красивую выбрал, подошел, пригласил ее танцевать, и по сей день мы танцуем. Светлана, а как Тимур сделал тебе пропозицию? Он романтик? Иногда романтик. Пропозиция такой как бы официальной не было, это было как бы так понятно. Для меня пропозиция там «выходи за меня замуж» – это ну, жизненный путь. И мы как-то так само собой, уже у нас завелись дети, мы с ним начали бизнес вместе, мы всегда вместе. Пропозиция у нас каждый день пропозиция. Пропозиция у нас еще впереди. У вас такі чарівні діточки. Світлано, чи пам'ятаєш ти, як сказала Тимуру приємну звістку, що він скоро стане татом? Коли я вже почувствовала движення в животі ребенка. Ну, хочеться відмітити, що ми умишлено це предпринимали. Це не було случайно. Угу. Тобто, тому шоком особливо не було. Не шоком, а как шоком, бы, ну, первое, шок радості, тому що це було сознательно. Угу. Тобто, ми спеціально хотіли зачати ребенка. Це завжди було осознанно. Ми розуміли наслідки, розуміли, ждали цього. Да? Вот. И когда это произошло, это такой шок, ура, получилось, классно. Да. Я готовилась очень сильно, готовилась, у меня там питание было специально. Это было сложно. Так, дуже часто вас можна побачити разом на різноманітних заходах, ви ведете спільний бізнес, завжди поряд один з одним. А на пологах теж були разом? Були разом. Обязательно. Тимур. Почему? Потому что, когда мы принимали решение вместе быть, да, мы были как бы порознь, да, и когда мы решили создать семью, это было таким умышленным решением и обязательно пережить что-то необычное. Не просто пережить такую жизнь, как большинство семей, например, да, или какое-то шаблонное, да, там что-то посредственное, или какие-то устои, правила, да, а что-то необычное. И, соответственно, когда выпала такая нагода быть на совместных родах, и тот человек, который ищет истину, что-то самое яркое, необычное, да, непосредственно, конечно, должен заглянуть под каждый камень. А вдруг вот там я увижу истину, и, соответственно, я сразу принял решение. Обов'язково участвувати на совместних родах. Отже, пропоную зараз розібрати 3 страхи, пов'язані з партнерськими пологами, через які багато пар відмовляються народжувати разом. Отже, страх номер 1. Чоловік ускладнює пологи.
Тимур, скажіть, будь ласка, чи ви ходили на курси майбутніх батьків? Ви готувалися до полону? Так, я от не очень все помню. Я можу розказати, я все помню. Да, будь ласка, Світлана. Mm-hmm. З першими родами, перед першими ми як так не ожидали так швидко, що у нас mm-hmm. вийде. Я не ходила. Вот со вторым ребенком я уже пошла на курсы. Я одна ходила, так как Тимур, он был занят все время. Я как-то всегда садилась на первой парте, у нас mm-hmm. была такая аудитория. И я была постоянно, как на мне показывали все вот приемы, как там ну, врач показывал. Я это все запомнила. Потом, когда он на роды пришел, ему повторно показывала акушер. И не он, просто на родах, там ну, же когда... На предродовой палате. Позывы, да, вот, да. схватки, но я уже участвовала. Я вам хочу сказать, что вы курс... были уже подготовлены, вы знали, как себя вести. Курсы не помогли. Это помогало вам? Да. Да. Курсы мне очень помогли, потому что там мячик, да. там, ну, целая там рассказывают о дыхании, mm-hmm. о поведении. То есть я уже, у меня были совсем другие роды, не такие, mm-hmm. как первые роды легкие. Но тут даже не в курсах дело, тут дело в отношении мужа. Вот он пришел, mm-hmm. я особенно вторые с Владом роды, я очень хохотала во время схваток. Он меня так смешил, я тут минуту, я... Корячусь, мне кажется, все, я умираю, все. И потом я опять смеюсь, как-то очень легко все прошло. Мне Любимый кажется, человек должен ему, обязательно поддержать, и обязательно там быть, конечно, да как это бросить свою mm-hmm. половинку да. в неизвестности, это же для нее тоже неизвестно, да, и просто будь там сама, один на один с врачами, вот все. Тобто тобі, Світлана, його підтримка була просто необхідна. Да. Угу. Я йому звонила, где ты, мне казалось, что вот сейчас он приедет, и все. И вот он приехал, для меня это все. И це справді как будто була я родила підтримка. Вот как-то легко, да, очень. Mm-hmm. Очень хорошо бути рядом. Психологи кажуть, що через психологічний дискомфорт пологи справді можуть ускладнитися та затягнутися. Основна причина в цьому – комплекси жінок. Вони бояться показатися у непривабливому вигляді перед чоловіками. Чи не довіряють своєму партнеру? Шановні глядачі, в мене дає до вас кілька запитань. Чи бачив вас чоловік ненафарбованою хоч раз? Чи ви не ображені на свого чоловіка, чи не гніваєтесь на нього? Якщо у ваших стосунках панує гармонія, то ви на ці питання відповіли так. І партнерські пологи – це прийнятний варіант для вас. До речі, вченими університету Колорадо було доведено, що тримання коханого чоловіка за руку під час пологів зменшує біль жінки. Страх номер два. Післяпологова депресія чоловіка. Тимур. От скажіть, будь ласка, чи було вам страшно до самих пологів, чи було якесь відчуття страху у вас? Ні, було дуже цікаво. Цікаво. А не було такого запаморочення свідомості, ні, там якась слабкість? Ні, навіть близько не було. Дуже цікаво, захватуюче. Угу. Мені хотілося бути рядом, підтримати, і це произошло. Слава Богу, що существує така можливість, тому угу. що я розумію, що раніше цього не було, все це було закрито, таїнственно, да? И что есть такая возможность вообще поддержать человека. Я помню, как благодарила потом Светлана, говорит, слушай, с тобой было легче совсем, я все совсем по-другому проходил, поддержать, там, я даже... не знал, как дышать, где задержать. Ну, рядышком все-таки mm-hmm. оно, знаете, совсем... Даже врачи было... говорили, я слышала, вот мы говорили, говорите мужу, она только его слышит. Mm-hmm. Вот что мне нужно делать? Конечно, мне было больно, мне казалось, что это вот все последние mm-hmm. минуты mm-hmm. моей жизни. Mm-hmm. Ну, как обычно, это же природа, мы должны это пережить, и это нормально. Но единственное, я что она мне все время мне говорила, ты только туда не смотри. Я смотрел, короче. Да? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, участвовал полностью, видите, все. Ничего страшного, ничего дуже, не нужно придумать. Дуже сміливий чоловік, адже іноді так буває, що чоловіки перші, хто виходять, хто не витримує. Женщина действительно в нашем обществе воспитывается таким образом, да, чтобы соответствовать некоему образу, угу. который мужчина потом принимает, да, и женщина всячески старается поддерживать, чтобы не было видно морщинки, чтобы угу. не было того-то, не того-то, не того-то. Я думаю, что мы, мужчины, должны показать, что мы любим не то как некий образ, да, а что мы любим душу этого человека, все поступки, проступки, совместная жизнь, что мы готовы прожить ну, как бы, такую полную жизнь. Не обязательно только закрываться некой иллюзией, правильно? Mm-hmm. Поэтому если те, кто боятся, пробуйте сначала только глаза не накрасить. Постепенно, не сразу будем, совсем не узнают. Глаза, брови убрали, губы. Тобто поруч з люблячим чоловіком жінка завжди має відчувати себе впевненою і природною. Чи не так? Вчені кажуть, що майже 40% людей мають невротичні розлади. Вони можуть навіть про це не здогадуватись, але тривожність від природи – поганий помічник при пологах. Адже це непростий процес, який може нанести психологічну травму чоловіку. Тому спочатку дайте відповіді на питання. Ваш чоловік – вразлива людина? Він боїться виду крові?
погано переживає різні стресові ситуації? Якщо ви відповіли негативно на ці питання, ваш чоловік морально сильний, аби бути присутнім на пологах. Страх номер 3 – втрата сексуального інтересу та відраза. Чи змінилися ваші стосунки після народження сина? Звісно, в лучшу сторону. І це супер. І це та відповідь, яку я хотіла отримати. Ну, звісно, ближче стали взагалі. Роднее абсолютно. Не настолько полно мы друг друга знали, как это сблизили нас совместные роды. Потому что когда мы сближаемся, когда мы находим друг друга, это некий целый организм. И, соответственно, чтобы он был по-настоящему во всех отношениях целый, а не просто считалось так и росписью подкреплялось. А именно по-настоящему мы должны знать все. То есть пережить все, что было вместе. Вместе быть, вместе разговаривать, открывать все секреты. Почаще вместе быть, не убегать на работы друг от друга, а наоборот сближаться, целоваться, обниматься. Ну правильно? Поэтому я считаю, что у нас это получилось, и мы в этом растем. И будем этим делиться. Дело в том, что у меня и до родов не было даже мысли такой, что так как-то может отвернуть. У меня не было такой мысли. Мне кажется, все-таки это изначально уже заложено. У нас были такие отношения, возможно, доверие какое-то. Я уверена в нем, что что бы в моей жизни ни произошло, это никак не повлияет на его отношение ко мне. У меня даже мысли такой не было. Хотя мне говорили многие, о, ты что, ему там фу, он там может вообще отвернуться. Но, а с другой стороны, если мужчина не идет на роды, возможно, мне кажется, это не всегда значит, что он там тебя не любит, или у него там страсть была, она пройдет, когда он все увидит. Мне кажется, что некоторые мужчины боятся. Так, это просто его решение. Конечно, здесь есть полнота. Тут же не просто как бы участие, знаете, совместное участие в зачатии. Ну, да, а совместное участие и в зачатии, и в рождении, и в воспитании, правильно? Поэтому я думаю, что есть некая подготовленность. Как женщины говорят, боже, для меня так это было больно, второй раз я никогда не пойду. И что, не идут? У нас было четверо в семье. Забывают вообще, да? И дальше идут, и опять это переживают. То же самое и мужчина, когда рядышком находится, да? А раньше, когда не было роддумов, как-то что-то принималось, все. Все было нормально, не нужно себе придумывать. Такого нет. То есть тут нельзя, на руки папе. Тут нельзя на, ну, как бы рассуждать об этом на каком-то безопасном расстоянии, да, фантазировать. Да. Потому что начнет фантазия и страх просто доминировать, и чаще всего они придуманные, то есть нереальные. Когда ты непосредственно участвуешь здесь, с тобой ряд, твоя рядом женщина, а сколько родов принимают вообще таксистов, например, по пути у чужой женщины абсолютно вообще, становятся ее крестными, у нас есть такие знакомые, стал в итоге крестным, да, и ничего. А когда это твое вообще, ну, какие страхи, друзья, все проходит. Але якщо повернемося до попереднього питання, чи вважаєш ти, Тимуру, що після спільних пологів Світлана стала ще більш сексуальнішою і бажанішою для тебе? Чувственною, звісно, вона стала чувственною більше, да? Ми стали ближче абсолютно, у нас почало стало більше об'єднати. То есть мы не придумываем себе, не читаем отдельно книжки, да, там, не живем в каких-то романах и в придуманном мире, да, у каждого своя иллюзия. У нас, есть ли иллюзия, но она общая. Все пробуем, разговариваем, спотыкаемся, поднимаемся, то есть супер. И вот этот момент рождения, действительно, это таинство, которое нельзя заменить ничем. Обязательно используйте этот момент, это просто незабываемый опыт вообще. Очень дорогого стоит, и приобретение больше, чем $1 миллион. Вам подарит кто-то такая раза. Особенно ребенок, когда подрос, вот у нас Влад, ему уже почти 10. Когда он знает, что папа был рядом, у меня как, папа тоже был? Да, папа был, папа держал маму за руку, папа тебя взял на руки. Причем не положили, потом сразу дали Тимуру. Тимур прямо его, я аж не взяла его прям так, не положили. А Тимуру взяли, Тимур подержал, Тимур сразу, Дарину он сразу, я даже не знала, как мы назовем, да, были варианты. И я маме звоню, говорю, мам, я родила, как назвали? Я говорю, я не знаю, и тут слышу, Тимур уже кому-то звонит, говорит, Дарина. Я говорю, Дарина. Здесь тут переступаешь через некие какие-то шаблонные базовые ограничения. Переживаешь такой момент, который в духовно-этическом плане делает тебя настолько богаче, просто несоизмеримо ни с чем. Это нельзя ни прочитать, ни посмотреть в кино, понимаете? И у тебя появляется в первую очередь некое доверие чему-то стоящему за нашей жизнью, за всем, доверие какое-то, и ты более щепетильно, более ну, радостно к жизни подходишь, понимаете? Ты начинаешь больше ценить жизнь вообще. Ну, во всем, ну, просто это незамінимий опит. І ще я знаю таку дуже цікавий такий факт. Якщо батько взяв відразу після народження дитину на руки, це зв'язок на все життя. Він так само, як і мама, буде відчувати, де б його дитина не знаходилася, всі його бажання, всі його дії, навіть всі його думки. Причиною втрати сексуального інтересу можуть стати банально огида та відраза. Дайте відповіді на питання: ваш чоловік бредливий? Він не фанат медичних темп та жартів?
Ще одна причина – страх. Чоловік бачить усі страждання жінки під час пологів, тому боїться завдати їй болю. Якщо він занадто чутливий, то краще обмежити його присутністю на різних стадіях пологів. Третя причина – чоловік перестав розглядати вас як сексуальний об'єкт, а ототожнює вас лише з материнством. Як тут у старому анекдоті, вона ж цими губами цілує наших діточок. Тому потрібно не лінуватися, продовжувати доглядати за собою, пояснити чоловіку, що з появою дитини ви не перестали бути його коханою жінкою. Загальна порада. Партнерські пологи – це справа двох майбутніх батьків. Не примушуйте чоловіка бути поряд з вами, якщо він цього не хоче чи боїться. Обидва партнери мають розуміти, що буде відбуватися на пологах. Для цього читайте спеціалізовану літературу, сходіть на курси, дивіться навчальні відео. Поява дитини – це важлива подія в житті, яка точно має принести лише радість та гармонію у стосунки. Тимур, скажи, будь ласка, а ти перерізав пуповину своїм діткам? Так, я не помню, була один раз или нет? С Дариной. С Дариной, да, с Дариной перезвонил, угу. Да. Что ты вечером? Ну, родненько. Ну, во-первых, я уже, имел представление, знал, как это будет происходить. Сразу какой-то хочется ее так, поддержать, защитить ее, потому что, в первую очередь, она, видно, попала в другой мир абсолютно, да, там была в укромном местечке, а сейчас вокруг ее там что-то окружает. Я так ее к себе прижал, и наверняка она чувствует мой пульс, да, в ней мои гены, да, то есть 100% почувствовал некое таинство, но очень позитивно, в хорошем-хорошем цвете, да. То есть я понимаю, что моим умом я не смогу это постичь, и то, что я принимаю в этом участие, это просто было, такое вообще, как момент откровения такого очень хорошего. Может, наибольший подарунок Всесвіту. Да. Які ще зіркові пари ви рішили народжувати разом? Дивимось далі. Реальної команди реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян». Пологи ще більше об'єднали пару, і зараз вони разом виховують вже 3 діток. Наступні – Дженніфер Лопес та її колишній чоловік Марк Ентоні. Відома співачка та акторка, як тільки дізналася про вагітність, одразу почала думати про партнерські пологи. Джей Ло розповідала, що саме присутність Марка допомогла перенести всі труднощі пологів, а народження близнюків Макса та Емі – це незабутня подія для кожного з них. Завершує наш топ американська супермодель Сінді Кроуфорд з чоловіком Ренді Гербером. Прагнучи зберегти в таємниці появу на світ сина Преслі Волкера та доньки Каї Джордан, жінка вирішила народжувати вдома в присутності коханого та акушерки. Сінді зізналася, що Ренді під час пологів дуже їй допомагав, заспокоював та навіть контролював, аби вона весь час правильно дихала. Чи є у вас якийсь секрет щасливої родини, яким ви могли поділитися з нами? Не проживайте посредственную жизнь. Категорически старайтесь не опираться на какие-то убеждения шаблонные, на какую-то посредственность, на какие-то устои, на какие-то правила вообще. Понимайте, что вы есть некое такое необыкновенное целое, которое, как и каждая снежинка, должна быть не похожа на что угодно. То есть не обращайте внимание на какие-то суждения со стороны. Сами не судите ничего. Да? Вы будете иметь такую жизнь незабываемую. Удивляйтесь всему. Да? Произойдет такое, что мне не хватит слов. Да, мне не хватит слов и мыслей описать, что происходит. Да? Но это такое достойное того, чтобы вообще взять и поклониться жизни и сказать спасибо тебе большое, что я могу тебя пережить вместе со своим любимым человеком. Это Світлана. Огромный, самый лучший подарок на свете. Супер. Світлано, а как ты робишь своего человека и детей счастливыми? Мне кажется, что счастье заключается в... Вот муж для женщины должен, он будет таким, как она ожидает его видеть, каким она ожидает. Если у женщины есть программа, что все мужики гуляют, то вот она это и получит. Если у нее есть программа, что все... плохие отцы, все там на диване сидят. И, то есть она это только будет видеть. Она будет видеть, как он сидит на диване, она это ожидает. Также от детей. Если она ожидает ребенка, что он такой вот весь нехороший, ребенок таким будет. Мне кажется, главное доверие и видеть в любом негативе только позитив. И так и моя семья, она создана, мне кажется, создает женщина. Мой взгляд вот такой на семью, и он
ну, прекрасен, мои дети прекрасны, у меня муж идеальный, у меня все прекрасно, все хорошо. То, что ты изначально сказала о прогулках, ну, если же женщина ожидает там гулять, ну, я вот сколько слышу, хотела тебя попросить, хотела, да, можешь об этом подумать? Хоть немножечко, что-то совсем категорически мне лишилось. Самый головний секрет – це позитивні очікування дружини, адже так, як вона мріє, саме так і станеться. Ожидание хорошее имеется в виду не конкретное, а писать вообще в деталях, потому что чаще всего ты в итоге не обнаружишь реальную жизнь, а будешь привязываться к этим ожиданиям. Доверять. А просто сказать, будет все абсолютно идеально. А как это будет происходить? Вот это ожидать, эту абсолютность и идеальность, я не знаю, писать не могу. И смотреть, да. А когда конкретно просто написано, ну, пойдет туда, в школу, туда-сюда, я думаю, что такая жизнь, скорее всего, больше несчастная, когда мы пытаемся наложить искусственную жизнь на реальную жизнь. Это все равно, что наложить некую карту на бегущую реку. Это же невозможно. Звичайно. Зачем это делать в нашей жизни? Звичайно. Просто верить в то, что она будет абсолютно идеальна. Интересно, как же это будет происходить? Друзі, а щодо партнерських пологів, вирішувати тільки вам. Дякую вам за приємну розмову. Спасибо вам. А ми будемо і надалі збирати корисні поради від наших зіркових батьків, аби виховання вашої малечі зробити легким та цікавим.